Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов заявил о необходимости принятия новой национальной концепции, усиливающей борьбу с так называемым экстремизмом. Об этом он сообщил на встрече экспертов высокого уровня по вопросу экстремизма, состоявшейся в Душанбе 13 июня. По словам Аслова, новая национальная концепция по борьбе с так называемым экстремизмом заключает в себя проведение разъяснительных мероприятий среди молодежи, среди женщин и укрепление отношений с гражданским сообществом. Нужно заметить, что на сегодняшний день все эти озвученные меры уже применяются на практике, но в формате пропаганды антиисламских идей. Например, распространение мысли о том, что мусульманская одежда хиджаб якобы является чуждой для таджикских женщин. Или же утверждение о том, что подросткам до 18 лет не нужно посещать обязательную пятничную молитву. Также министр иностранных дел заявил, Таджикистан провел значительную работу в рамках международных обязательств по предупреждению терроризма. Приложены усилия по обузданию экстремизма внутри страны. Мы являемся одной из немногих стран, которые, несмотря на существующие угрозы, смогли обеспечить безопасность и стабильность. По всей видимости, таким образом министр хотел заручиться поддержкой за рубежа в борьбе с ростом ислама, чтобы международное сообщество не критиковало режим за преследование людей за инакомыслие.